Дорогие друзья, с вами Черный Металл в игре Cities New Dawn. Да, забыл показать, что меня еще очень хорошо мучает. Ну, как сказать, не мучает, здесь хоть что-то более-менее видно. Туман, вот, пожалуйста. Я тут бегаю, ресурсики собираю, всякой фигней страдаю. С кияночкой, потому что больше не с чем. Как говорится, развлекаюсь как могу. Но более-менее неплохо получается, вон еще железо. Ладненько, я потом на базу прибегу уже строиться. Так буду, как говорится, показывать интересные моменты. Как говорится, пока на паузу. Ну что ж, дорогие друзья, я тут вот сижу, думаю, что бы себе сделать. То есть я уже могу сделать себе маяк спокойно. Вопрос вот, зачем он мне нужен, как-то больше интересует. Давайте посмотрим хоть что такое маяк. Это как-то любопытно становится, ей-богу. Маячок, маячок. Может, я смогу с помощью этого маяка, не знаю, понимать, что как к чему. Ну, в смысле, видеть хоть точку, так называемого своего респа. Бикон 3. Ну, на карте-то хоть отображается эта черня. Ну вот пока я не вижу, чтобы это вообще как-то отображалось. Ладно, давайте попробуем как-нибудь что ли активировать. Блин, и чё? Чё мне от этого толку? Абзац. Я даже не знаю. Ну ты нафига я это построил? Кто мне ответит, а? Так, давайте пистолет поставим в стройку. Мне титаниум нужен. Уже посмотрел? Да, я могу сделать автомат. Я крут. Но... На него столько патронов надо, что это мне нужно сначала очень хорошо будет побегать, пособирать весы. Мне, ой, какая-то неохота. Так. Давайте покопаем. О, началось. Ладно. Давайте сэнда покопаем. В общем, я лопату себе сделаю, могу просто стоять тупо вот так вот копать песок. Довольно-таки, кстати, удобно. Хоть с песком проблем нет. Я думал, придется сейчас бежать ко мне искать с песком. Это было бы довольно-таки сурово для меня. Сразу. Наделываем. Угу. Вот так вот. Сколько у меня там? 3,16 стекол? Все? А, правильно. Правильно, правильно, правильно. Так, все, порядок. Стекла есть. Что еще могу построить для себя? Кроме этой пуколки. Так, структуры. Так, алюминий кубер нужен, да? Хабитат. А здесь что надо? Бубер пластик. Так, так, так. Биодом. Надо попробовать вот сделать биодом вообще. Воздушная камера. Алибер. А как строить? Тут, скорее всего, нужна какая-нибудь станция-то поинтересней. Large gas tank? Да нет. Small? Тоже нет. Где же ты производишься тогда, милый мой? Это довольно-таки забавно. Пентхаус, мэнни интерьеры. Вы можете там поставить очень много предметов.
Это для сада. Ну ладно, давайте я сначала это построю. Посмотрим. Пока на паузу уйду, ресурсы добуду. Точнее, песок накопаю. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, давайте где-то поставим этот вот фиг на тень. Ох, какая здорово это. Вот это номер. Этот номер я нигде ее поставить не смогу. Ну и чавось. Эй, да все. Демсет, это вот может стать проблемкой, кажется, для меня. Такой масенькой проблемкой, то что она не ставится нифига никуда здесь. А это как-то грусть, тоска, печаль уже. Так. Что-то тебя поставить-то. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ой, ты с перегрузкой, друган. Сейчас я погоди. Выложу здесь половину ненужного. Так, этот алюминий нужен, плутоним тоже. А сталь вроде нужна. Да, сталь нужна. Аэродок можно поставить, бараки пока не могу поставить. Холливей. Вот это номер. Это значит, получается здесь модульная конструкция. Одно к другому прикрепляется, что так. Ну да, а вот что прикрепляется к чему, вот в чем вопрос. Получается, мне надо бежать сейчас, искать ровную, блин, поверхность. И куда ты вот сейчас пошел, а? Ветром тебя задувает или как, инвалиды? Ой, ну понятно все. Разрабы сделали так, что вам только селиться на открытой поверхности. Ну, не удивили. Ладненько, пока на паузу, что буду опять ждать, пока кончится эта метель. Прошел, дорогие друзья, игровой практически день. Туман, как говорится, точнее пыльная буря, все идет. Ладно, я все жду, пока она закончится. Ну, правда, я жду теперь, пока еще и ночь закончится. Но, да ладно. А зато ночью мне не дают. Тут заскучит, друзья. Это не то, что они дают защищать. Так. Номинайтед бэтпак. 14 карга. Что-то многовато. Ладно. Бегают они, конечно, это жесть. Ну, где вы, где вы, где вы? Привет. Так, готов. Мясо надо забрать. Так. Забрали мясо. Поздравляю, нас убили только что. Ну ладно. Забираем свой трупик. И обратно в домик. Опа. Каёшкин ты, матрёшкин. Я всё забываю про своего старого знакомого. Привет. Как спится? То ли это моя кабинка назвать, или как это вообще можно назвать? Вот вы сейчас прикололись? Где пистолет-то, ё-моё? Отстой. Лет могу сделать. Мне нужен плутониум. Ладно, возьмем плутониум. Нет. Что-то то одно пропадет, то другое.
Да. Где эта фигня там? Знаете, по жбану. Не, насчет противников я согласен. Прикольно сделано, мне нравится. Тяжело убить. Доставляют много очень кошмара. Но. Как всегда есть но. Сколько у меня от этих противников, все мясо пожарить не могу даже с них. Текс. Я, блин, на перегрузе, как всегда. Я не могу ничего построить. Вот это вот меня немного расстраивает. Так, две стали надо еще себе сделать. Две стали. Нужен айрон и магнезиум. Ой. Они у меня есть вообще? Айрон, магнезиум есть. Здрасте, сделали две стали. Не могу. Вот то, что я эту фигню нигде не могу разместить, это меня начинает немного уже злить. Ну да, нигде не могу разместить. То есть мне получается надо искать ровную площадку, идти и размещать. Ай, это сущий кошмар. Но я знаю, где примерную площадку я сейчас надыбаю. Я уже ее присмотрел. И это мы сейчас сделаем, мы сейчас ее надыбаем. Так, лопата, давайте на шестерку. Так. Если я правильно помню, мне сюда надо бежать. Именно за размещением своей базы. А, ладно, пока на паузу уйду, дорогие друзья, чтобы всяким лишним... Ой, лишними непонятками не засирать, как говорится, эфир. Потому что здесь нифига не видно толком. Ну что ж, я вроде нашел место, где может эта фигня поставиться. Давайте попробуем поставить. Не знаю, насколько это хорошая идея здесь ставить, но... Фиг бы ты с ним. Посмотрим, что из этого вообще все выкатит. И... Ага, вот в чем прикол. То есть даже так, да? Ох ты ж, блин. То есть я могу и менять. Но это замечательно, это очень замечательно. Repair. Знаете, мне вот так что-то начинает казаться, что это какая-то, я бы сказал, что. Я лучше промолчу, ей-богу. Я к ней хоть могу поставить какую-нибудь бабуйню? Ой, жесть. То есть это игра про жуткий сбор леса. Ладненько, предположим. Иди сюда. Чуть ты маленькая моя. Давайте попробуем пойти Рубера насобирать. Так, мне нужны теперь, получается, деревья. А где тут, блин, деревья-то были? Ладненько, я пока на паузу пойду пособираю деревья, что ж делать. Вот и, пожалуйста, Рубер 3. Давайте попробуем его подобывать. Чё я не добывал здесь, так это. Я ушел без робота.
Один. Ха-ха. А вот это номер. Любопытно, любопытно. Это значит, я до бесконечности могу здесь добывать эту фигню. Но это немножко мое строительство, кстати, немножко расширить сейчас. Это хорошо. Я сейчас тогда по фулочке забьюсь, и будет порядок. Ладненько. Сколько насобирал? Мало, мало. Надо фулочку забить. Чтобы уже забыть про эту всю бабуйню раз и навсегда. Ладненько. Я тогда пока на паузу буду тут. Я не буду говорить, что я делаю. Да, кстати говоря, как ни странно... Я вот что-то юмора не понял, но тут под деревом очень много было тоже ресурсиков. То ли тут ко мне мокрица, которая приползла, их смогла надолбить, то ли они просто тут валялись. Что-то я так и не догнал, как бы, тему, но да ладно. Так, сколько насобирали? Мало, надо больше. Надо больше. Ладно, пауза. Ну что ж, дорогие друзья, ушел я в паузу. Как говорится, я тут насобирал ресик. Немножко накопал себе стали. Чуть-чуть. А этого все равно мало. Копать мне здесь ресы надо будет. Просто до безумия. Ну, часов 16, наверное, или 10 игрового времени. Ну как сказать, игрового времени. Игрового времени часа реально 2. А остальное время придется ждать, пока закончится вот эта вот всякая бабуйня. Миссии у меня гавкнулись. Что с ними делать, фиг его знает. Еды мне персонаж как бы ничего не требует. Посмотрим, дорогие друзья. Я еще рез пособираю, дострою ту строеница. Кстати, я могу уже достроить, по сути. Давайте я сбегаю, его как раз попробую поставить. Ну что ж, я добегаю тут. Даже не знаю, как это назвать. Попробуем, давайте, поставить. Куда-нибудь воткнуть, вставить. Встанет ли оно вообще? Да, встает. Встает, дорогие друзья. Это у нас что получается? Это у нас получается встает аэрдок. Ну да, аэрдок встает, чудно. То есть базу мы расширяем здесь а-ля Субнатик. Ничем толком не отличается. То есть как-то так, эй. О, все, пошел. И нам здесь надо потом будет до офигения всего. Ну алюминия, ладно, купера-то. Вот железо. Это у нас что? Нормальная стена. Оконная стена. Так, это надо нам уничтожить. Это я тоже здесь уничтожу. Здесь я вообще окна поставлю, нафиг оно мне надо. Ну, на этой, как говорится, прекрасной ноте я пока завершу. Сбегаю я, поднакоплю ресов. Выход, нормальная стена. Windows Well. А давайте я сейчас тогда это из-за... Бацаю. Вот так вот. Windows Oil раз. У меня, по идее, ресурсов хватает. А, как смотрится? Ну, более-менее. И здесь вот Windows Oil. Железа не хватает. А, я ж все на эти. Остальные плиты израсходовал. Что здесь? Ну, это не буду делать. Norman Well. Это нормальная стена. Ладненько, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я закончу. Буду я пока добывать ресы в количестве. Я сумасшедший. Возьмите меня в психушку. Больше это никак я не могу, к сожалению, назвать. И уже когда накоплю ресов, буду показывать вам непосредственно строительство. Вот видите, вот как тут смотреть, это вообще жесть. Давайте до домика добегу-то. Так, цифра 0. Цифру 0 нажимаете, он быстрее бегает, кстати говоря. Это единственный способ нормально уйти даже от червячка. Но вот что вот с этим хоум делать,
Это, я так понимаю, вообще типа временный дом. Депозиторий. Не знаю, как это вообще правильно можно перевести. Честно говоря, я когда-то говорил, что я не такой жуткий знаток английского. Но вот как-то так. Жесть, железа почти нет. Сагрить, сагрить, сагрить. Ладненько, это уж на записи я делать не буду. Как говорится, течет есть, и вообще ничего нет. Гол как соколь. Так, а ну-ка здесь. Ну, здесь я только песка накопал. Поднялся от инструмента аж до уровня 2. Пока стоял, копал песок. Ну, как поднял, да молча. Тут, когда вот эта вот метель идет, тут нифига не видно. Ну, я от нефиг дела встаю, копаю ресурс. Больше занятий просто нечего. Ладненько, дорогие друзья, на этом, пожалуй, буду заканчивать. Побегать тут. Пошкипидорю ресики. И уже когда буду заниматься более-менее адекватным строительством, как говорится, вам покажу. Как собираю ресурсы, где они находятся. Ну, почти все ресы, которые в игре есть, я вам показал. Просто надо за ними бежать. Надо бежать черти куда. Надо бежать пешком. Как бы, если будет что-то интересное, я вам покажу. Но мне сейчас надо будет бегать неподалеку, просто тупо собирать железо. Обалдеть, сколько железа. Ладно, дорогие друзья, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл в игре A Series New Dawn. Ой. Всем удачи, всем пока.